А как ты попал в центр реабилитации беспризорных детей? Я много хулиганил, и комиссия по делам несовершеннолетних отправила меня в это. А что больше всего тебе там понравилось? Если честно, не помню, но зато очень хорошо помню самый плохой момент. Меня очень сильно избил мальчик, который намного меня старше. Что было дальше? После этого я убежал из центра. Дальше все было ужасно, я работал в разных местах и ночевал, где приходилось. Не опускай голову, у тебя будет все хорошо. Надеюсь.